Снежные баталии. Сегодня у Гомеля на стадионе «Промень» распачался областный этап республиканских споборництв сярод детей и подлетков по биатлоне «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. За право представить регион у республиканском финале на протягу трех дней будут змагаться больше, как 300 школьников. Подробности у Максима Савина. После церемонии открытия на лыжню. Невеликий мороз и амаль полная отсутность ветру. Умовы для споборництва по биатлоне близкие до идеальных. Лыжи катят добро и стрельбе ничто не перешкоджая. Першими на старт вышли самые маленькие, взрослых спортсменов 10-12 годов. Переодолеть треба три круги по 600 метров с двумя огнявыми рубежами. Узровень подрыхтовки розный. Нехто марудно, але упевнено рухается до финишу. А нехто проносится наперед с профессийным спрытом. Объединяя всех одно – спортивный азарт. 10-годовый Миколай Сулоев с вёски Поболова Рогачевского района показал великую худкость на лыжни и трапность на огнявых рубежах и перемог у своим заезде. Такий добрый выник не выпадковый. Хлопец марит стать биатлонистом и тренируется нават летом. Учусь я в деревне в Поболово. На лыжах ездить зимой, а летом я на лыжероллерах езжу. У меня дома тоже воздушка есть, мы стреляем с папой. И в школе тоже воздушка. Мы стреляем. Я тренируюсь. Главный кумир Миколая, вядома ж Дарья Домрачева. Не выключено, что сустреться со шматразовой олимпийской чемпионкой особисто юный спортсмен сможет, коли трапить на финал снежного снайпера. Гомельская область не улику лидера у Беларуси у развития биатлона. Але свои поспехи так само есть. Стреляющих лыжников выховывают у Гомеля и Жлобиня. С будовництвом лыжероллерной трассы в областном центре в этом годе колькость биатлонистов повеличится. На сегодняшний день в Гомельской области биатлон развивается и довольно-таки успешно. Количество занимающихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях области выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. И сегодняшний день представители Гомельской области, 4 человека, находятся на подготовке в Витебском Новополоцком училище Олимпийского резерва и находятся в базовой команде Республики Беларусь. Споборництво «Снежный снайпер» проводят у трех взрослых категориях, старейшим спортсменам 16 годов. По выниках областного этапа сформируют сборную региона, якая отправится на республиканские споборництвы. Яны пройдут у лютым у центре олимпийской подрыхтовки по зимовых видах спорту «Раубичи». Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».